Клуб «Оптимист» испытывал острую нужду в собственном автотранспорте. Долгожданный подарок сделала администрация района. Теперь спортсмены-колясочники смогут беспрепятственно ездить на тренировки и соревнования разного уровня. Вот у нас были много таких мыслей, раздумий, какой автобус нужен. Сначала там думали «Газель», но все-таки приняли решение. Вот нормальный «Мерседес» для того, чтобы действительно было комфортно и достойно. Поэтому еще раз говорю, поздравляю с этим праздником и желаю, чтобы вот этот автобус служил вам верой и правдой для достижения ваших целей. Теперь ездите на соревнования, занимайте первые места, привозите медали в Раменский район. И я думаю, что клуб «Оптимистов» будет еще на более высоком уровне решать те задачи, которые перед ним стоят. Вы относитесь к категории тех людей, которые сами себя сделали, которые не сникли, которые не потеряли жизненный настрой. И наша задача, задача власти, сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этой уверенности, что жизнь нужно любить и в жизни находить себе достойное место. Вы как раз вот те, которые заряжены по-боевому. Я думаю, что мы правильно поступили. Вот такой автобус приобрели. Он действительно вам поможет во многом, чтобы вы участвовали в различного рода соревнованиях, каких-то спортивных мероприятиях. Специализированный микроавтобус оборудован подъемным механизмом. Для надежной фиксации колясок салон оснащен ремнями безопасности и блокаторами колес. Рассчитан микроавтобус и на дальние поездки, которых у клуба немало. Есть здесь место для ручной клади, максимальной нагрузкой до 40 кг. Зимой в этом автобусе не замерзнешь, летом не перегреешься. Для комфортного проезда установлен кондиционер. Максимальная вместимость салона – 11 человек. Наши спортсмены заняли самые высокие призы не только на областных московских соревнованиях, российских соревнованиях, но и на чемпионатах Европы, мира, на сурдолимпийских играх. То есть и сейчас наши спортсмены могут заниматься 15 видами спорта у высокопрофессиональных тренеров. Большое спасибо всем тем, кто сделал нам такой подарок. И от себя лично, и от всех наших спортсменов. Спортсмены клуба «Оптимист» провели тест-драйв микроавтобуса. Результат приятно впечатлил. Теперь с комфортом можно разъезжать по России. Очень комфортно здесь, удобно. И простора очень много. Можно даже развернуться спокойно на коляске и уезжать, чтобы не задом уезжать, как раньше в «Газели» задом отъезжали. Можно развернуться и выходить спокойно передом. Ну, вообще хорошая машина, теплая, удобная. Еще если в дальние поездки, вот сюда бы вот телевизор повесить, плазму, чтобы вот ребятам ехать, смотреть так кино или что-нибудь, видео какое-нибудь. Вот, было бы удобно. Или тренер там будет уроки наглядные показывать во время поездки. Так очень все. Спасибо администрации очень. Все здорово. Все очень рады, все довольны, спортсмены благодарны. То есть у всех сегодня, конечно, очень хорошее настроение. Ну, я думаю, что как держали мы марку нашего района, да, и вот я уже говорила о том, что наши спортсмены участвуют во всех международных соревнованиях, то есть и занимают призовые места на чемпионате Московской области, России, на чемпионате Европы, на чемпионате мира, на сурдолимпийских играх наши спортсмены и занимают первые, вторые и третьи места. То есть я думаю, что будем также держать марку. Будем держать, давать успехи. Всем преградам пути я по жизни улыбаюсь. Ты надежда, светлый парус, парус мой, любовь моя. Ты надежда, светлый парус, парус мой, любовь моя. В марте этого года спортсмены клуба «Оптимист» планируют отправиться на новом микроавтобусе в первую дальнюю поездку в Чебоксары. От лица всех участников поздравляю вас с этим замечательным праздником. В добрый путь и высоких спортивных достижений. Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».